Что за бред насчет эволюции достойных? О чем она говорит? Что-то про философский камень и отбор ДНК. Неважно, что она там несет, она просто террористка. Точка. Нельзя допустить, чтобы Ураборос начал заражение. Тогда давай займемся делом. Time to teach you a lesson!
что? Поехали! Ну что, поехали? Поехали. Гляди в оба. Ugh.
Он встал! Нет, его остановили. Опять поднимается. Опять развалины. Думаешь, Эксела здесь? Если мы хотим это выяснить, надо опустить мост. Значит, ищем пульт. Может, он в том здании? Включи мне лифт. Постой, я проверю. Справлюсь.
7 минут. 7 минут — это все, что я могу уделить вам. Не победить. Надо сменить тактику. Надо прятаться. Нет смысла прятаться. Ты меня разочаровал. Это все, что ты можешь. Я жертвую ради вас своим бесценным временем, а вы бегаете без толку. О, время игр кончилось. Вам повезло. Она может прийти в себя. Ладно. Джилл, что ты делаешь? Джилл, хватит, ответь мне! Это я, Крис. Ты что, меня не узнаешь? Да, очнись ты, наконец. Эту штуку надо сорвать с нее. Ну, держи крепче! Джилл, не надо! Не хочу с тобой драться! Джилл, что ты делаешь? Джилл, хватит, ответь мне! Это я, Крис! Ты что, меня не узнаешь? Эту штуку надо сорвать с нее! Очнись ты, наконец! Жил, не надо! Эту штуку надо сорвать с нее! Ну, держи крепче! Я не хочу с тобой драться! Джилл, что ты делаешь? Эту штуку надо сорвать с нее. Джилл, хватит, ответь мне! Это я, Крис! Ты что, меня не узнаешь?
Эту штуку надо сорвать с нее. Да очнись ты, наконец! Жил, не надо! Не хочу с тобой драться! Жил, что ты делаешь? Жил, хватит, ответь мне! Я Крис, ты что, меня не узнаешь? Очнись ты, наконец! Все осознала. Простите меня. Этот корабль огромный. Может, они с него хотят распространить Ураборос? Нет, такое судно выдало бы себя слишком рано. Значит, у них другой план. Yeah.
Gotcha. Roger. Этот танкер огромный. Попробуй найди тут Вескера. И не надо. Как только он узнает, что мы тут, он сам нас найдет. Откуда ты знаешь? Скажем так, мы старые знакомые, и он не из тех, кто легко прощает обиды. Хм. Похоже, ты ему чем-то здорово насолил. Боюсь, насолил — это слишком мягко сказано. И не посвятишь меня в подробности? Может быть. Но сначала разберемся со всем этим. Договорились? Ладно, но я тебе напомню.
Стоять! Что тут происходит? Вас двоих это не касается. Твоего мнения никто не спрашивал. Говори! Расскажи нам все, что знаешь, и не получишь пулю. Где Вескер? Если будете хорошо себя вести, может быть...